видишь одежду. У тебя было повреждение, как себя чувствуешь? Насколько оно серьезное было вообще? Ну, казалось, сначала все серьезно, да, из-за картинки, но все, слава богу, обошлось. Многие спорили на тот момент, показывать красную карточку сопернику. И на твой взгляд, ну, такой серьезный достаточно был. Потому что Воробьев говорил, что типа, тебя чуть голеностопсы там ломали. Ну, не мне судить, просто все почему-то обсуждали только мою вторую желтую, которая могла, да, а мой момент не обсуждали. Ну, значит, так надо, не знаю, все уже прошло, это уже история. У тебя отличная статистика, не думаешь, ну, хотя бы через год-два там переехать в европейский клуб неплохой? Я пока никуда не загадываю, я в Локомотиве, я хочу от матча к матчу побеждать. А как вы вообще в Локомотиве? У нас два турнира, вы везде боретесь за высокие места. Есть ли какой-то приоритет за что конкретно? Нет, мы там и там хотим занять как можно выше. Ну, а какое это конкретно? Как можно выше. Все, спасибо большое.